Приветствую вас. Смотрите, я бы сказал так, что у вас, к сожалению, есть собственническое отношение и к себе, и к мужчине, вот, потому что вы боитесь человека потерять, вы говорите, что вам снится, что его уводят. Вот, увести могут, в общем-то, только либо абсолютно несмышленого, да, человека, как бы, вот, либо абсолютно такого вот человека, который, ну, грубо говоря, не имеет своего мнения, да, вот, то есть, условно говоря, вы не доверяете своему мужчине, вот, полностью не можете ему доверять. А полностью вы ему не можете доверять, потому что вы не доверяете себе. А себе вы не доверяете, потому что вас, ну, вас приучили, может быть, свои чувства как раз таки игнорировать. Вот. И обесценивать. Поэтому к себе вы относитесь как к вещи, ну не как к вещи, а обесцениваете себя, я имею в виду. Вот, и к молодому человеку своему, в принципе, вы относитесь, на мой взгляд, так же. К молодому человеку вы относитесь, на мой взгляд, так же, как к собственному. Своей. И, соответственно, боитесь, что он вас просит, боитесь, что он от вас идет, вы останетесь одна. Скейт и, значит, девушка на скейте, это, в общем-то, такая жесткая, более жесткая женщина, чем вы. И данная проблематика может быть связана как, например, с тем, что вы сами в глубине души хотели бы быть более, может быть, такой, ну, более жесткой, более сильной, да, то есть, может быть, вы видите себя такой, вы хотите, то есть, это идеал женщины. А может быть, вы подозреваете, что мужчина ваш, он слабый, вот, такой вот достаточно в себе неуверенный, вот, и изначально он вам этим понравился, своей мягкостью, своей чувствительностью и все, но сейчас вы понимаете, что это человек, который может быть, нуждается в более таком сильном контроле, в более такой сильной женской направленности, да, то есть, ну, чтобы женщина его направляла, я имею в виду. Вот, и вы себя с ним чувствуете несколько неуверенно, вы себя с ним чувствуете несколько тревожно. Вот, и, соответственно, эта женщина, это вот то, кто может вашим мужчиной, ну, по вашему, опять же, наверное, мнению, как бы лучше взаимодействовать, вот. Как бы это вот то, что вытекает, то есть вы сравниваете себя с такой женщиной, которая более сильная, более такая властная, более такая, может быть, авторитарная, да, более жесткая. И в глубине души, может быть, вы чувствуете, что в этом нуждается ваш мужчина в силу того, что он не дает вам ощущение стабильности, ощущение уверенности, ощущение
ну, защищенности. То есть вам может быть, с ним хорошо. Вот. Я думаю, что вам с ним хорошо. Но вот тревожность вы периодически можете испытывать с человеком. Вот, и, соответственно, это вылилось вот в такой момент. То есть, фактически, сон это отражение одновременно истории о том, что вы сомневаетесь в себе и обесцениваете себя, с одной стороны. А с другой стороны, это история про то, что вы боитесь остаться одна и что вы несколько не удовлетворены своей женской моделью поведения и, может быть, не удовлетворены, собственно, самим мужчиной, его поведением, его позицией, его состоянием, и чувствуете, что, ну, боитесь, точнее, не чувствуете, а боитесь, что вам, что вас ему будет недостаточно. Вот. А с чем это связано? С чем связаны такие сны, такие страхи? С тем, что, по сути, вы, на мой взгляд, испытываете сложность с реализацией. То есть вы зависимы, мне кажется, что, ну, вот, в достаточной степени вы были зависимы от своих, например, близких, вот, которые в серьезной степени, наверное, были и авторитарны, и продвигали идею правильности, но в то же время сами ей эта идея далеко не всегда следовали. Вот. И у вас есть опыт, возможно. То есть здесь либо опыт деструктивных отношений, где есть элемент измен, где есть элемент обмана, где есть элемент ухода и так далее, да, с одной стороны. И с другой стороны, может быть, это просто некоторая такая оторванность от реального мира, вот, и пребывание в некой иллюзии относительно того, как все вообще должно происходить, ну вот, в жизни, в отношениях и так далее. Может быть, вы рассчитывали на то, что, значит, ну, с мужчиной вы съехались, и так будет всегда, всегда он будет с вами. Ну, к сожалению, это не совсем так. Над отношениями нужно работать. Вот, если общего между вами и партнером мало, то и отношения будут, ну, иметь
некоторую сложность. Вот. В любом случае. Поэтому здесь много упирается именно в ответственность. Ваш. Вот. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.